Что нам там галактика говорит? Да. Днепропетровская карма, я понял. Да. Ну тогда поехали, время. Всем привет, меня зовут Павел Никитин, и я представляю продукт Wellness EcoSoft. Для начала я хотел бы вас познакомить с нашей командой. Команда состоит из двух человек. Это Product Owner и интернет-маркетолог Богдан Алина, который уже более 3 лет занимается интернет-маркетингом. И я, фаундер и Android-разработчик, скооперировавшись. У меня более 10 лет опыта в фитнес-индустрии, 7 лет опыта в международном маркетинге и более 3 лет разработки мобильных приложений. Теперь о продукте. Мы хотим предложить вам на обозрение продукт, который сам по себе это B2B, продукт программного обеспечения для wellness и фитнес-клубов. Это назовем его CRM 2.0. На сегодняшний день заканчивается разработка первой итерации бэкэнд-части, дорисовывается дизайн для клиентской части, и я разрабатываю уже первую часть Android-приложения, и остальное все вложил более 20 тысяч долларов, так как я, к сожалению, не могу перекрыть все. Вот. Принцип работы моей программы. По сути, это локальная социальная сеть, которая объединяет в себе клиентов клуба, тренеров клуба и собственников, которые могут отслеживать свои цели. Клуб смотрит маркетинг, смотрит аналитику и смотрит, в принципе, ситуацию клуба. Тренера сведут онлайн клиентов, то есть они смотрят прогресс своих клиентов, они могут подсказывать в онлайне и отслеживать весь прогресс, опять же, клиентов. И клиент достигает своей цели, и, соответственно, лояльность клубу растет, и он приходит тратить свои деньги. Наши клиенты, как я говорил, это фитнес и wellness клубы. Также очень легко можно будет адаптировать это под лечебные заведения и учебные заведения. На сегодняшний момент есть уже договоренность о внедрении данной программного обеспечения фитнес-клуб Джайпур, это наш Днепропетровский, и кроссфит-клуб F3 для альфа и бета-тестирования. Монетизация. Как мы планируем зарабатывать деньги? То есть это будет подписка. Подписка в зависимости от количества клиентов, либо от дополнительных функций, которые мы предложим в пакете. То есть это ориентировочные цифры и рынок, на который мы планируем выйти. Наша главная цель – выйти на рынок США. В США, потому что, видите, 50 миллионов человек занимаются спортом. То есть у них фитнес-спорт – это в порядке вещей. И в деньгах это оценивается примерно 60 миллиардов долларов, и кусочек хотим мы отцепить туда, оттуда во себе. То есть, ну, у нас меркантильные цели и задачи. Конкуренты. Это основные конкуренты. Почему основные? InfoTouch. Это тот сервис, на котором сидит Golden Gym и Starbucks. То есть это обычно CRM-система, которая фиксирует клиентов, как обычные кассовые аппараты. MotionSoft, он немножечко пошли дальше, они внедрили приложение, но опять же остановились на том, всего лишь мобильное приложение для расписания, ничего больше. То есть человек может посмотреть, что у него расписание, новости и все. Мы же предлагаем немножечко дальше и больше. Вот. Наше преимущество в том, что собственник, находясь в любой точке мира, может отслеживать состояние своего бизнеса. То есть с мобильного телефона он заходит, смотрит всю аналитику, он смотрит состояние реал-тайм, там, сколько человек в клубе, сколько продалось тренировок, сколько денег потратилось там, клиентами в этом месяце. И также выстраивать, исходя из этого, какие-то тактические действия для улучшения ситуации в клубе. Для клиентов и тренеров мы упрощаем работу коммуникации. То есть клиент может уехать в отпуск и продолжать тренировки со своим тренером, причем не теряя это. Бывает так, что да, многие пропускают тренировки, пропустил раз, два, три, думают, ну все, на четвертый не пойду, но благодаря нашему приложению мы всегда вернем нашего клиента обратно. И вот что нам необходимо. Для того, чтобы закончить наш проект, нам необходимо 100 тысяч долларов. К сожалению, нам еще нужно 30 тысяч дописать серверную часть. Это все аутсорсинг. Дизайн 8 тысяч долларов. iOS-приложение 20 тысяч. Ну и на первичный выход на рынок 15 тысяч долларов. Окупаемость идет до конца года, мы вернем, то есть утроим данную сумму. Потому что есть уже предварительная договоренность Ассоциации фитнес-тренеров Европы, то есть мы планируем выйти и делать презентацию уже собственникам европейских, украинских клубов. Предложение инвестору – это 20% от пакета. Все, спасибо, я уложился. Да, спасибо. По-спортивному, быстро, приятно прошел.
Можете поподробнее о продажах, как вы будете их делать? То есть я понял, что у вас через ассоциации, через клубы и так далее. А дальше точечно как? Это будут сейлзы. То есть для начала первичные продажи будут презентоваться на конференциях. Я не знаю, кто-то занимается спортом. Я думаю, все занимаются спортом. Да, сейчас. И будут прямые продажи, то есть тактично. Клубы все есть в интернете, можно звонить, предлагать. Ну, первая цель – это получить больших гигантов, то есть какие-то сетевые клубные клубы. Так а какую проблему клуба вы решаете? Ну, не совсем удалось уловить. Проблема клуба. Смотрите, человек заплатил годовую, ну, wellness-клуб, годовая карта. Человек заплатил год, проходил два месяца, бросил. Так супер. На этом бизнес они делают, вы в курсе вообще, нет? Да, но почему он не вернется через год, заплатит еще годовую? Он вернется. Он не вернется. Я работал 10 лет в клубе. Я знаю, я был консультантом, и я знаю, что человек, пропустив 3 месяца, он уже не придет в клуб, он скажет, у меня там мама, папа, ребенок болеет, и все. Окей. Наша система позволяет напоминать ему в телефоне, там, ты пропустил тренировку, окей, у тебя тренировка на 2 часа. То есть, помимо того, что его будет консультант доставать, его еще будет доставать приложение. И он уже не сможет отказаться. Это все круто, но... А почему Спортлайф так не делает? Вы скажите, вы задумывались, нет? Почему не действуют? Да. А откуда вы знаете, что не действует? Так? Не, ну, я знаю, потому что я их клиент. Да, то есть... Я был... У вас, по-моему, Планета Фитнес есть, да, в Киеве? Джайпур – это лицензированный, то есть Планета Фитнеса. Я тренер, и я консультант и маркетолог. В Джайпуре был. И я знаю, как выстраивается бизнес Планеты Фитнеса. Окей, у нас в Днепропетровске Спортлайф стоит 2000 в год. Джайпур стоит 10. Ну, то есть немножко, может быть, для разных уровней, да, бывают разные решения проблемы. Вопрос же не в том. Я продаю 10 абонементов, у меня ходит один. Прекрасно. Продаю еще 10. И так и строится бизнес. Так зачем мне привлекать новых людей, напоминать им ходить в зал? Тогда бизнес рушится. Он не рушится. Они придут еще первый, второй год. Джайпур, как и в принципе Планета Фитнес, строится на семейных отношениях. То есть человек привел себя, привел семью, привел друзей. И он не уходит. И он продлевается, продлевается, продлевается. И каждый год он приносит все деньги. Раз, два, три, четыре. Покупает персональные тренировки, массажи и все остальное. Озвучьте, пожалуйста, еще раз цены для фитнес-клубов. Я что-то помню, там было $300, $500. Это за какой период? Это подписка в месяц. $300 в месяц. Ориентировочный рынок – это Америка. К сожалению, в Украине не смогу запустить успешный бизнес в таком формате. Угу. В Америке это довольно-таки проще. Инфософт стоит порядка 40 тысяч в год. А вот эти вот два клуба, которые в Днепропетровске, им какие цены в месяц? Бесплатно. Это альфа-бета-тестирование. И будет бесплатно постоянно? Все зависит от того, как стрельнет продукт. То есть зависимость, если будет инвестор будет настаивать на введение монетизации, я думаю, это будет пересматриваться. Ладно, я еще тогда один быстрый вопрос. Меня просто go-to-market интересует, откуда вы начинаете выходить и почем? Ну, почем продавать свою систему? Платно. Я же написал. Выход в Америку, то есть подписка. То есть вы сразу в Америку? Да. Просто после альфа-бета-тестирования будет выход в Америку, уже предложение. Okay, if you go to the United States, I'll ask you the question in English, if you don't mind. How many clubs in the US you have already approached and asked about your service and their competition there? How I told before, the most... No, now, now. How many clubs did you approach and asked what the system they use and whether they are interested to lower the cost of your of their services against your proposal? My goal, it's Golden Gym. If you watch my presentation before, you have to see the InfoSurft, InfoTouch, the CRM system, what they use it now. And they pay like 14,000 per year. If I bring the cheapest price and most quality of... Окей, я понимаю, чем они пользуются. У меня вопрос, еще раз. Пока еще не выходили. Вы им задавали вопрос, вот, вам нужна новая система, и что вы готовы за это платить, и для чего? Я знаю ситуацию на Украине, к сожалению. Вы сказали, что вы выходите в Соединенные Штаты. Да, в Соединенные Штаты, но... Знаете ситуацию в Украине? Я знаю ситуацию, в принципе, в СНГ. Окей, спасибо. И время. Спасибо, благодарим.